песню. Итак, аккорды тут всего 4. Е, М, С, Г и М. В общем, ничего сложного. Мы ставим капитасты на третий лад, считаем капитасты первый лад, первый, второй и так далее. Ставим Е, М на пятой и четвертой струне второй лад. И играем такой перебор. 6, 5, 3, 4. Да, давайте еще раз. 6, 5, 3, 4. Следующий аккорд С. С мы зажимаем на второй струне первый лад, на четвертой струне второй лад и на пятой струне третий лад. Когда играем перебором, четвертую струну можно не зажимать, то есть можно вот так зажать. Тут мы играем пятую, третью, первую, вторую. 5, 3, 1, 2. Теперь G. На шестой струне G перебором можно просто на шестой струне третий лад зажать и все. Играем 6, 4, 2, 3. И последний аккорд АМ. Стандарт АМ на второй струне первый лад, на третьей, четвертой струне второй лад. И играем 5, 4, 2, 3. И после этого начинаем заново. Соответственно, да, в нужном темпе играем. Ну вот если будет петь, то еще припев, то можно уже на бой перейти. Те же аккорды, только бой. Как тут играем? Бой у нас идет стандартный. Вниз, 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 вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Мы, давайте бой отдельно. Вниз. Вниз, 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 вверх, вверх, вниз, 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 вверх. И начинаем заново. Вниз, 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 вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Каждый аккорд мы делим пополам. То есть получается ЕМ мы играем вниз, вниз, вниз. С вверх, вверх, вниз, 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 вверх. G может чисто басы зажать. То есть на шестой струне третий лад и на пятой струне второй лад. И все. Нижние можно не зажимать, так будет поинтереснее звучать. G мы играем как и EM, то есть вниз, 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 АМ вверх, вверх, вниз, 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 вверх. И начинаем заново. Ну, соответственно, тоже в темпе. Всем спасибо, пишите, что еще подобрать. Всем пока.